Знаете, в чем все дело? У Black Rush есть одна такая, знаете, ну, может, большая проблема, может быть, такого среднего порядка проблема, но проблема есть. С открытием каждого нового сервера, как бы это ни было странно, но PR-менеджер ищет новых ютуберов. И, как вы понимаете, найти или находить все новых и новых ютуберов, которые не снимают на Black Rush и которые были бы рады туда пойти, их становится все меньше и меньше. И поэтому из этого вытекает такая проблема, что в скором времени на открытии, наверное, 15 сервера, PR-менеджер даже не будет знать, кого позвать-то на этот самый проект, сервер и так далее. Потому что, понимаете, в чем дело? Меня позвали на Black Rush. Меня. То есть, настолько, видимо, не было людей, которых еще можно позвать, что позвали меня. Я охренел настолько, что просто я не знал, как это описать. То есть, топ-1 проект в GTA KRMP, я такой, типа, блин, а че бы не попробовать? Че бы не зайти? Че бы не поиграть? И я зашел, поиграл, и сейчас я как бы снимаю на вот этом проекте, если мало ли кто-то не знает, если, ну, вдруг у кого-то есть сомнения или вроде того. То есть, в самом деле, есть много всего, и я не знаю. Давайте просто вот перейдем к самой новости. Теперь на Black Rush будет снимать популярный в свое время ютубер Филиппин Избро. 3,8 миллиона подписчиков. Популярный в свое время, это, так знаете, хорошо подмечено, потому что сейчас у Филиппина, я даже зайду, я заранее не подготовился, как вы знаете. Зачем заранее готовиться, если ты можешь просто, типа, ну, подготовиться потом, и все вроде как должно быть, ну, точно так же. В общем, неважно. Я заранее не подготовился, я за это каюсь, я за это извиняюсь, за это все плохо произошло, так далее и тому подобное. В общем-то, у Филиппина сейчас, я так понимаю, сложно... А, нет, вот есть некоторые видеоролики, которые набирают у него много просмотров. Видимо, это какой-то хайповые видосы, Орел Решка, я что-то не особо понимаю, о чем это. Но вот 200 тысяч просмотров есть, потом есть 42, 19. То есть, в целом, либо ролики набирают, типа, больше 100 тысяч просмотров, либо набирают не более 50, как лично я понимаю. И угадать все это какой-то прям вот вообще, знаете, ну, это дикий рандом. Я даже сейчас, если честно, ролик не могу найти по Black Rush, как он вообще называется. Играю в GTA на телефоне. Давайте я сейчас попробую найти, посмотрю, сколько там просмотров. Я уверен, что не более 5000. И да, не более 50 тысяч, вернее. Да, тут 6 дней назад выложен ролик, 25 тысяч просмотров. А заплатили за него, наверное, ну, тысяч, я не знаю, 50 рублей, может быть. Ладно, это все-таки суммы, цены и все прочее из головы. Поэтому хорошо, что хоть что-то данный вот видеоролик набрал. Потому что он мог набрать, там, знаете, 10 тысяч просмотров, потому что... чуваки такие, типа, чё? Мы подписывались ради GTA 5, мы подписывались ради всех прочих вещей, а тут у тебя что-то вот такое вот это вот серьезно, что ли, брат? Ну давай, так сказать, вот больше так не шали и делай вот это вот Орел Решка, GTA 5 онлайн, рулиплей, мобайл, все прочее. А тут у тебя что-то вообще непонятно, ты давай как-то вот исправляй ситуацию, чтобы все было замечательно. В целом, все вроде как нормально, хорошо, замечательно, но в остальном я даже, если честно, ну, не знаю, что можно предложить, положить. В целом, ютуберов становится меньше и меньше, тех, которых можно было бы купить. И Black Rush начинает закупать рекламу во всяких клипах вот этих вот, я не знаю, музыкантов, если их так можно назвать, вот этот вот Camry 3.5, все прочее. Не знаю, насколько все это эффективно, но то, что в GTA KRMP и вообще во всю эту сферу, индустрию и так далее привлекаются новые люди, вроде как заинтересованные во всем этом, это замечательно, хорошо и вообще круто. Мне бы очень хотелось посмотреть, что будет получаться дальше у Black Rush со всем этим, и я, типа, ну... Я, если честно, не особо знаю, не особо полагаю, не особо там что-то вот это вот все просматриваю. Поэтому, если вот вас все это заинтересовало, и в целом там вы смотрите Филиппина, можете написать в комментариях под данным видеороликом, что, мол, да, я смотрю Филиппина, Филиппин из Бро, вот это вот, а доброго ту-ту-ту вам всем, там, поднимаемся выше на одну ступень. Ну, те, кто знает, те знают, те, кто не знают, ну, поймут, наверное, когда-нибудь все это. Однако, ладно, я снимал, я играл, я рассказывал вам про, там, знаете ли, Black Rush, то, что на ней появляются новые люди, казалось бы, которые должны там еще появляться или не появляться, новые ютуберы в целом. Я играл на 11 сервере, поэтому, если что, то ссылка на скачивание лаунчера, она находится в описании данного видео. Заходите туда, там все это смотрите, узнавайте, познавайте. И всем спасибо за просмотр данного видео, всем пока и, разумеется, до свидания. Ну и, как бы, ссылка на мой телеграм-канал, она также есть в описании, вы можете туда зайти, там все это посмотреть, рассмотреть и вот прочие вещи также сделать. Увидимся тут же, завтра, я надеюсь, что все это будет в 20:00, либо немного пораньше, либо уже немного попозже, там уж как кому повезет, и, ну, пока.